ничего толком так не получается сейчас. Осиночку. Осинку, ольху. Свалим. Это пришлось мне туда идти, срезать эту вот, которая висела. Так, она только упала. А так оно типа как упор было. Да. Бежал капец. Ну видите. Ну это, блин, повис, он играл. Бегу. Блин, мне школа. Ух. Вот такое получилось. Сейчас померим диаметр. От наполосу. А тоже 80 считается. Ну так диаметр здоровый. Он такой красивенько упал. Ну вот это вот повесил. Потом туда скину. О, блин, колотит капец. Страшно было. Конечно, такое не повторяйте никогда в жизни. Нужно стягивать. Это как у нас сейчас нога сломалась. Видели, что она ехала не полностью загруженной. Палец со щупалец отломался. Так бы вытащили, все было бы красивенько, все падало бы. А это почему? Вот это сама повисла, потому что я там обрезал до конца, я еще один запил делал. И получается, все, уже не было ни допила. Все, она как вольная птица сюда пошла. А так бы вместе с ней упала. Вот такие вот дела. Ну что, ребятулечки, подписываемся, ставим лайкосик. Ну, всем добра, всем мира.